уважаемые зрители, убедительная просьба надеть маски и не снимать во время проведения мероприятия. Благодарим за понимание. Жил-был в одном царстве богатый купец, именитый человек, и было у того купца три дочери, две старшие красавицы, а младшая зато добрее и милее всех. Любил он дочерей больше своего богатства по той причине, что был он вдовец, и любить ему было некого Бога. Вот как-то собрался купец по своим торговым делам за моря в далекие государства и говорит своим дочерям: «Дочери мои милые, не ведаю, когда вернусь, но наказываю вам жить без меня мирно и дружно. Привезу вам такие гостинцы, какие вы сами пожелаете, а на размышление даю вам 3 дня». Пришли дочери через 3 дня к родителю своему. Старшая говорит ему первая: «Батюшка родимый, привези мне золотой венец из камней самоцветов, чтобы было от него светло в темную ночь, как среди бела дня». Поклонилась и молвит: «Вези зеркаль стальное, ищи горные». На младшую: «Не стесняйся, говори смелее». «Батюшка родимый», начала меньшая дочь, «не мне ни венца, ни зеркаль, привези ты мне цветочек, краши кое во всем белом купецкой. Задала же ты аленький цветок, не сложно, да как же знать, что краше его нет». Ну что ж, еще раз самые дружные аплодисменты, дорогие друзья. Добрый день. Сегодня мы собрались здесь, в зале дворянского собрания, по случаю юбилейной даты со дня рождения великого русского писателя, представителя старинного дворянского рода Сергея Тимофеевича
Аксакова. Дорогие друзья, Сергей Тимофеевич родился ровно 230 лет назад, 1 октября 1791 года. Из всех русских классиков, так или иначе связанных с нашим краем, пожалуй, наиболее оренбургским считается именно он. Певец русской природы, знаток слова, государственный и общественный деятель. Оренбуржье занимало значительное место в жизни Сергея Тимофеевича, ведь здесь находится семейное имение в деревне Знаменское, ныне Аксаково, Бугурусланского района, где писатель провел свои детские годы, часть юношеских и взрослых лет. Именно те впечатления и воспоминания из детства легли в основу многих произведений. Именно в Оренбуржье расцвел этот удивительный цветок. На свет появилась знаменитая сказка «Аленький цветочек». Фрагмент этой сказки, хорошо известный каждому из нас с детства, открыл нашу встречу, а прозвучал он в исполнении актера Оренбургского областного драматического театра имени Горького, заслуженного артиста России Бориса Круглова и камерного оркестра Оренбургской областной филармонии, дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан Раушан Якупов. Ваши аплодисменты! Дорогие друзья, по сложившейся многолетней традиции... Хочу отметить, что конкурс ежегодно собирает произведения талантливых писателей, поэтов, публицистов, которые сегодня представляют российскую литературу. Год от года престиж Аксаковской премии растет, стремительно расширяется география участников. В этом году представлено 66 произведений 52 авторов из 16 регионов России. И сегодня, в день рождения Сергея Тимофеевича Аксакова, лучшие из них заберут свои награды. Дорогие друзья, для приветствия и проведения церемонии вручения премий я приглашаю к микрофону министра культуры Оренбургской области Евгению Валерьевну Шевченко. Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Сидела сейчас и думала о том, что в удивительные времена нам довелось жить. Казалось бы, незыблемые вещи вдруг каким-то образом меняются, вынужденно меняются. Ведь я думаю, что большинство из присутствующих здесь в зале согласятся, что вот эти золотые осенние сентябрьские дни мы уже привыкли, и казалось, что так будет всегда проводить на западе нашей области. В имении Аксаковых, в Знаменском, ныне Аксаково, Бугурусланского района. И это была настолько уже не просто традиция, это почти потребность была, когда и писатели в рамках наших тоже уже традиционных встреч, мероприятий, семинаров, и артисты, и деятели культуры и искусств, и просто жители Оренбургской области и гости нашего региона, которые в это время всегда к нам присоединялись, мы были там. Мы ходили по этим аллеям, мы дышали тем воздухом, который, наверное, огромное влияние оказал на жизнь, на личность, на творчество, на деятельность не только Сергея Тимофеевича, но и его потрясающей, выдающейся семьи. Это действительно такая целая история одной семьи в истории нашего государства, нашей страны. Но сегодня по-другому. В прошлом году нам вообще оказалось непозволительным быть не только в Аксаково, но и вообще проводить мероприятия. А в этом году мы все-таки сумели собраться очно для того, чтобы наградить лауреатов Аксаковской премии 2021, но и для того, чтобы в юбилейную дату, в 230-летие, отдать дань уважения и поклонения и таланту, и вообще масштабу личности,
чей вклад в историю, наверное, сказывается на развитии страны и по сей день. Но для того, чтобы душа наша с вами была спокойна, я вам хочу очень коротко рассказать, что на самом деле в Аксаково сейчас все хорошо. В Аксаково наконец-то пришли большие и очень добрые перемены к лучшему. Мы сумели войти в федеральную программу, в рамках которой начали серьезные ремонты в объектах, имеющих выдающуюся историческую, культурную и архитектурную ценность. Это сразу несколько зданий, которые находятся на территории уникальной Аксаковской усадьбы. В настоящее время ведется проектирование, и я вот уже сегодня могу твердо сказать, потому что я эти цифры видела, в бюджете Оренбургской области заложены солидные, серьезные деньги на реконструкцию прудов. А мы все с вами, когда туда приезжаем, всегда отмечали, что возрождение, настоящее возрождение этой усадьбы невозможно без возрождения того удивительного водоема, который всегда примыкал к усадьбе и который является, ну, каким-то, создает ауру этого места во многом. Также ведется проектирование, и также мы видим, что заложены солидные финансовые средства на реновацию парковой усадьбы. То есть серьезным образом преобразится парк, по которому так любят гулять все гости, которые там бывают. А ведь музей – это, безусловно, очень важное место. Но, как говорят многие посетители, в музей можно прийти раз, два, три, а по парку, где есть вот это озеро любви, можно гулять бесконечное количество раз. Поэтому сегодня, благодаря и воле, и поручению губернатора Оренбургской области Дениса Владимировича Паслера и нашей общей работе по привлечению, по вхождению в федеральные программы, мы действительно можем с большим удовольствием констатировать, что перемены пришли, а самое главное, они уже начались. Поэтому то, что мы туда вернемся для того, чтобы там встречаться и отмечать не только день рождения Аксакова, что мы делали каждый год, мы будем туда приезжать, я надеюсь, гораздо чаще, и видеть, чтобы видеть эти перемены, чтобы наслаждаться ими. А пока так, пока сегодня мы встречаемся здесь для того, чтобы отметить и эту великую и значительную дату, и для того, чтобы с большим удовольствием вручить заслуженные премии тем людям, которые сегодня продолжают аксаковскую традицию, хранят, создают, созидают слово. Спасибо. Уважаемая Евгения Валерьевна, разрешите начать торжественную церемонию вручения ежегодной областной литературной премии имени Сергея Тимофеевича Аксакова. В номинации «Лучшее художественное, художественно-публицистическое произведение» премия вручается Светлане Анатольевне Михеевой, автору книги «Некто творящий. 8 эссе о поэтах. Город Иркутск». Здравствуйте, я до вас долго летела, но все-таки долетела, я очень рада. Мало сказать, что мне приятно. Я в некотором смысле поражена совпадением, потому что книга рассказов, которую я задумала и где готов уже один рассказ, имеет эпиграфом как раз слова Аксакова, не буду сейчас раскрывать тайну, о воде. Вот. То есть это было для меня такое удивительное совпадение, приятное. Вот. Я хочу поблагодарить жюри, которое прочитало мою непростую книгу. Я признаю, что она непроста. Для меня она в какой-то степени стала открытием и вдохновила на будущее. Я надеюсь, что ее читатели тоже будут чем-нибудь в ней вдохновлены. Благодарю. Спасибо, занимайте почетное место в нашем зале. Мы продолжаем. В номинации «Лучшее художественное произведение. Поэзия» премия вручается Диане Елисеевне Кан, автору книги «Подорожная. Книга избранных стихотворений. Город Оренбург».
я хочу сказать спасибо всем, кто присудил мне эту премию в юбилейный такой знаковый Аксаковский год. Мир озарен прощальной улыбкой ультрамарина, что целует просень. Кармином, охрой, киноварью, пылкой поделится Аксаковская осень. Здесь пурпура и терракоты встречи, что сходятся в лесах стеной на стенку, но никакого нет противоречия в прощальном буйстве красок и оттенков. И так нежна небесная палитра неспешного аксаковского слова, что как тут обойдешься без пол-литра дождя животворящего грибного. Спасибо. Спасибо, уважаемая Диана Елисеевна. Победителем в номинации «Лучшее художественное произведение для детей и юношества. Проза и поэзия» стала Ирина Борисовна Данилова, автор книги «Это не Тритон. Город Санкт-Петербург». Фотография на память, не забываем. Спасибо огромное Оренбургу за все. Признаться, я не готовила речь. Спасибо жюри. Спасибо семинару «Мы выросли в России», на котором я побывала в прошлом году, за стимул, за веру в себя. Спасибо большое всем, кто связан с выпуском этой книги, издательству «Антология» в Санкт-Петербурге, моей терпеливой семье. Спасибо большое, для меня это очень важно. И минуты, часы, которые я провела в прошлом году в Аксаково, оказали влияние на весь следующий год. И Оренбург – это действительно моя литературная родина, так уж получилось. Поэтому для меня это очень важно, ценно. И спасибо большое. Спасибо. Благодарим вас, уважаемая Евгения Валерьевна. Знаете, дорогие друзья, наверное, впервые за 6, наверное, 7 лет, когда мы вручаем эту премию, впервые вижу, что у нас трио победителей, все женщины. Дорогие, я поздравляю вас еще раз и желаю красоты, несмотря на осень, неувядающей. Огромное спасибо. Давайте, дорогие друзья, еще раз дружными аплодисментами поздравим лауреатов, пожелаем плодотворного творчества и ярких открытий в искусстве. Дорогие друзья, наш праздник продолжается. «Слова ничего не значат. Все зависит от чувства, которые мы им придаем», — писал человек, каждое слово которого и тогда, и сейчас на вес золота. Прошу вашего внимания на экран. Злачные долины и тучные жатвою покрытые поля. Вот горы до небес чело свое
сносящие. Молодые отрасли рифейских древних гор. Реки с пеною меж пропасти летящие, разливом по лугам пленяющие. Окруженные башкирцев кочевьями, озера светлые, бездонной глубиной. И кони резвые, несчетны табунами, в них смотрятся с холмов, любуясь с собой. Приветствую тебя, страна благословенна, страна обилия и всех земных богатств. Не вечно будешь ты в презрении забвенна, не вечно для одних служить ты будешь паству. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Все-таки удивительно прекрасна наша оренбургская земля. Хочется еще раз сказать Анатолию Белому огромное спасибо за его проект «Кинопоэзия», за стихотворение, прекрасно прочитанное Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, и за эти великолепные ландшафты. Ну что ж, а мы продолжаем. Уважаемые друзья, этот день мы традиционно проводили, как уже упомянула Евгения Валерьевна в своей речи, в родовой усадьбе Аксакова на западе Оренбуржья. Этот год стал исключением, но наше творческое послание великому земляку все же состоится. Юбилею Сергея Тимофеевича Аксакова мы посвящаем этот литературно-музыкальный вечер, эпиграфом которому послужила его стихотворная строка «Я на тихой лире буду петь любовь». Сегодня будет звучать удивительная музыка. Положенные на нее прекрасные стихи, как музыкальное приношение, как дань уважения таланту писателя, его величайшему вкладу в развитие российской культуры. Круг интересов Сергея Тимофеевича не ограничивался только литературной деятельностью. Благодаря своему знакомству с просвещенной элитой России того времени, Аксаков находился в центре событий культурной жизни страны. Он явился одним из основоположников славянофильства в России. Занимался критической деятельностью, живо интересовался театром. Всю свою жизнь Сергей Тимофеевич был связан с музыкой, и наша встреча сегодня будет пронизана потрясающей русской музыкой современников Аксакова. И с нами сегодня не только те, кто присутствует в зале, но и аудитория порталов «Культура России» и «Культура Оренбуржья», на которые ведется прямая трансляция нашей встречи. Я думаю, это заслуживает ваших аплодисментов.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Михаил Глинка, вальс «Фантазия», исполняет камерный оркестр Оренбургской областной филармонии, дирижер Раушан Якупов.
Дорогие друзья, музыкальность Сергея Тимофеевича Аксакова формировалась с детства. Свои первые музыкальные впечатления он получил в доме родителей. Благодаря отцу он познакомился с поэтическими текстами популярных песен того времени, а из уст матери услышал первые колыбельные. Мальчика тянуло к народному искусству, и он с замиранием сердца слушал подлинные русские напевы. «Русская народная песня «В лесочке комарочков много уродилось» исполняет студент музыкального колледжа Института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей Саридис Алекси, класс преподавателя Сергея Кутукова. Саридис Алексей, ваши аплодисменты, дорогие друзья. Ну что ж, мы продолжаем. Уже в детские годы Аксаков интересовался не только фольклором, но и светским искусством. Знакомство с популярным бытовым репертуаром того времени происходило в домах родных и знакомых. Именно там он впервые услышал получившие широкое распространение в конце 18 века так называемые «российские песни», предшественницы русских романсов. Созданные на тексты Сумарокова, Дмитриева, Мерзлякова и других поэтов той эпохи, они были проникнуты трогательной чувствительностью и наивностью. Александр Курилев, «Сердце игрушка», исполняет студентка Института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичи Ксения Резникова, класс преподавателя Анны Басовой.
Дорогие друзья, множество замечательных людей прославили Оренбуржье в творчестве. Особый оренбургский период жизни есть и в творчестве известного русского композитора Александра Арябьева, автора популярных вокальных и камерно-инструментальных произведений. Музыкант-современник Аксакова более 10 лет жил и работал в Оренбурге и своим творчеством оказал серьезное влияние на развитие музыкальной культуры Оренбургской губернии. Александр Алябьев, «Я вижу образ твой», исполняет студент музыкального колледжа Института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей Николай Михеев, класс преподавателя Елены Гусевой. Александр Варламов, «На заре ты ее не буди», исполняют студенты Института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей Гульшат Мулахметова и Алена Волынскова, класс преподавателя Галины Казаровой. Thank you.
Дорогие друзья, уже будучи в преклонном возрасте, Сергей Тимофеевич писал своему сыну после просмотра оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя». Стыдно мне, что я до сих пор не слыхал этой музыки, и досадно, что я лишил себя этого наслаждения. Это именно то, о чем я мечтал. Это не русские песни, даже не чисто русские мотивы, это русская музыка, в которой каждый звук мне родной, я его слыхал, певал и непременно услышу, спою. Сегодня у нас есть потрясающая возможность пережить те самые чувства, то наслаждение, о котором писал Сергей Тимофеевич Аксаков. Михаил Глинка, полонез и краковяк из оперы «Жизнь за царя», исполняет камерный оркестр Оренбургской областной филармонии, дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан Раушан Якупов. Thank you.
Уважаемые друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию три произведения Александра Сергеевича Доргомышского. Я приглашаю на сцену доцента Оренбургского государственного института искусств, лауреата международных конкурсов, обладателя губернаторской премии «Оренбургская лира» Елену Гусеву. Александр Доргомышский, стихи Александра Пушкина, «Ночной зефир». Исполняет оркестр, дирижер Раушан Якупов. Ария «Русалки» из оперы «Русалка». Thank you.
«Болеро». Исполняет камерный оркестр Оренбургской областной филармонии. Thank you.
Настоящее украшение сегодняшнего праздника – камерный оркестр Оренбургской областной филармонии, дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан Раушан Якупов. Ну а сегодня еще и Международный день музыки с еще одним прекрасным праздником всем. Дорогие друзья, Сергея Тимофеевича Аксакова мы можем по праву считать исследователем Оренбуржья, ведь его произведения в своей совокупности составляют целую энциклопедию, по которой можно получить отчетливое представление об Оренбургском крае. И сегодня современные оренбуржцы чтят Сергея Тимофеевича как лучшего из литературных пейзажистов, незаменимого культурного бытописателя и классика русского языка. Наша встреча, посвященная 230-летию со дня рождения великого русского писателя, подошла к завершению. Мы благодарим всех за участие и ждем новых творческих встреч. Будьте здоровы! До свидания!